Смотри, какой нерпенок. Я как-то видел тюленя, он был пятнистый. У тюленей нет пятен, они бурые. Это морской лев. Нет, нет, ты ошибся. Но я сам видел, своими глазами. Мне кажется, это он себя видел в отражении, в зеркале, когда набухался. Вот я думаю, именно так. Красивый мужчина, пошли. Рассказывать будешь про тюленей и дельфионышей. Потом, пойдем. Куда мы вообще тут идем с тобой? Красивый мужчина. Наверное, что-то красивый мужчина сделал. Эй, помоги мне. И сейчас мы его увидите, пойдем спасать. Есть. Ух ты. Что это вообще? Ну, это явно вроде театра, но для рыб. Ты что, самку кличешь? Я так тоже могу сделать. Я так лаю. Ты идиот. А что тут водка? Как думаешь, лодку задействовали в шоу? Не, похоже, кто-то устроил тут причал на скорую руку. Ну, круто, давайте зайдем. Вот бы взять, да уплыть из этой дыры, да, куда-нибудь. Тут детские здесь детские вещи. Тут была целая семья. Какие рисунки. Роботик. Роботик. Интересно, что с ними стало? Может, ушли к псам? Ага. Или их убили шрам. Вот это улыбки, да? Оптимист. Положить. Вот это улыбки. Походу, они зомби стали. Судя по улыбкам, по-моему, они стали зомби. Тут какая-то девочка недовольная. Ну что тут еще? Что-то можно поставить? Просто все. Мы глянули и все. Пойдемте отсюда. Оптимист, да. Ладно, лодку осмотрели. Хочешь посмотреть, что тут еще есть? Думаешь, тут есть еще что-то? Конечно. Идем. Наверное, вот сюда нам надо идти, да? А где этот хрен-то? Куда он? Что-то я не понял. А где он? Не вижу его. Мужик, ты куда пропал? Ты что, издеваешься? Куда он делся-то? Что-то я не врубаюсь. Я же с ним шел. Куда он? Куда он? Исчез просто. А, вон. Ё-моё. Я думаю, его похитили уже. Думаешь, сможешь пролезть? О. Помоги залезть. Ща. В 3:15, мужик, давай быстрее. Оп. Просто вообще не напрягаясь, конечно, смогу. Давай. Да, сейчас. Охренеть. Выдаешь. Вчера выжила 85 кило. Ого. Понятно. Я даже столько не выжму. Итак, мы быстро осмотримся, а потом... Пойдем обратно. Ну что там, ни хрена не видать, мужик, ты что за говно? Зоопарк для дельфинов не очень. Боже мой. Ого, такое не часто увидишь. О-о-о. Не, ну, днем он явно покрасивее, да? Смотри, пятен нет. Видишь? Ну, тот был не из бронзы, так что... Прям круто-круто выглядит. Какой? Это резервуар в полу. Представляешь, как здесь было раньше? Толпы людей, детский смех. Лучшее путешествие в мире, девичник Пенни.
2013. Это Пеннивайз, Пеннивайз. Это будет моя хата. И точка. Твоя хата, мужик, знаешь где? Я бы тебе сказал бы где. Да ты же не поймешь. А чё я не могу с ней поговорить? Ну давай, чё. Жду в гости. Ах, вот как? Жду в гости. Хотя вообще нет. Посмотрим на твое поведение. Козлина ты. Начало так себе. А, Уэлли, помните, мы с этим, с Федькой ходили по этому, по космическому этому, как оно называется, музею, да, а тут у нас получается аквариум. Океанариум, ё-моё, аквариум. Думаешь, это та семья с Локи? Скорее всего, да. Макс Пейс. О, акула, ничего себе, акулище. Давайте на второй этаж зайдем. Или куда, на первый этаж пойдем? Хрен узнать, куда мы пойдем, но давайте сходим на второй этаж. Надо будет позвать сюда остальных. Правильно, сделаем мы из них нарушителей. Считаешь, она того не стоит? Посмотрим, чем нам это аукнется, когда вернемся. Ха. Нравится? Ну тебе. Можешь сказать мне, Оуэн, ты был прав. Спасибо, что притащил меня в такое место. Слышь, Оуэн, пошел в жопу. Я готов. Оуэн. Я готов. О боже. Тут одни грустные истории. Тут вообще, если честно, в этой игре нету ни одной веселой истории. Одни трупаки. То беременную тетку завалят, то мужик какой-нибудь там, какой-нибудь попал в передрягу, оторвал ему ногу, он там сдох, короче. Но, знаете, вообще ни одной истории с хорошим концом. Все плохие, все ужасные и трагичные. А это печально. Почему вот наши, кстати, эти чуваки, которых мы... встречаем, почему они все пытаются умереть от нас, я не знаю. Почему мы никого не можем оставить живых? У меня просто нет мыслей. О, очень хорошо, что вы уважаете своего отца. Но вы должны понять, что он подавляет вас. Он заставляет вас чувствовать себя детьми, потому что сам боится быть мужчиной. Ты заслуживаешь того, чтобы жить среди людей с такой же сильной волей, как у тебя самого. Макс тем более, он очень впечатлительный. Если тебе не безразлична судьба брата, ты заберешь его до того, как он заразится трусостью твоего отца. Мы будем проплывать мимо океанариума через 5 дней. Если вы все-таки решите пойти к нам, зажгите факел, чтобы мы смогли причалить. Да направит тебя она. О, ну понятно. Это понятно. В общем, они это, заныкали чуваков в этот, к шрамам. А что вот удача-то делать-то? Я не пойму вообще. Вы понимаете? Я ни хрена не пойму. А, во, это мужик, ё-моё. Ты что ты тут присел-то? Я даже не видел тебя. Мужик, дай мне штуку. Батя. Думаешь, это наш капитан? Черт. Батя, давай почитаем, что это написали тебе. Отец. Пап, я забираю Макса, он не может провести всю жизнь в этих гнилых руинах, идя на поводу твоей трусости. Когда солдаты убивали маму, ты просто стоял и смотрел. Это разве пример для нас? Ты должен был рассердиться, должен был вломить им так, чтобы они пожалели, что тронули маму. Я хочу, чтобы Макс увидел, как это, когда люди готовы бороться за свои желания. За то, чтобы изменить свою жизнь. Мир суров, но исправить это можем только мы сами. Только в слабости я проявляю подлинную силу. Может быть, когда-нибудь мы вернемся. Надеюсь, мы не застанем тебя сидящим на этом дурацком стуле. Ну да. Его дети сбежали к шрамам. Боже. Ну, зато мы нашли ключи. Замечательно. Ты с ума сошел? Они ему уже не нужны. Это точно. Не понимаю, почему люди добровольно уходят к шраму. А что? Это же культ психов, вот что. А в зонах люди считают ЦК террористами, фанатиками. Это другое. Это я к тому... Не вздумай говорить такое на стадионе, ладно? Ну ладно, ладно. Там зомби должны быть, по-любому, я уверен. Откроешь? Ключи у тебя. Ах, да. Макс, Макс стал зомби. Этот? Не. Может... Есть. Он типа, знаете, узнал и, короче, его застрелил к чертовой матери. Чёрт. Сколько времени он все это рисовал?
ощущение в открытом океане. Красиво. А что нам, надо туда вниз падать? Ну падай, хрен ли ты тупишь. Ты что, хочешь спуститься туда? Давай. А как? Уэн. Последнее. Обещаю. А черт. Последнее. Только не смотри вниз. Иди. Сейчас на лицо ему наступим. Ботинком. Да и все. А мы почти уже спустились. Тут ничего страшного нету. Посмотри. Повидать бы этого парня. Слушай, но он ведь шрам. Может, уже повидал. О, господи. Надеюсь, что нет. Ого. Эй, заходи. Нифига себе, тут хата. Вот этот хата, тут нифиговая такая. Ого. Да. А, вон эти штуки, кстати, плавают. А, вон пятнистые, да. Видишь? Я же говорил, они пятнистые. Да, да. Все-то ты знаешь, Оуэн. Ох уж этот Оуэн. Из-за этого, да? Тебе ведь противно. Ну же. Прости. Не стоит. Поговорим? Я знаю, что зацепок не осталось. Но... Но Джоэл где-то там, понимаешь? Понимаю. Что я могу сделать? Давай вернемся. Потренируемся. Да, иди. А ты что? Побуду еще немного с тюленями. Прости. Я тебе уже говорил. Не стоит. Короче, она не смогла забыть. Видите, все, спустя столько времени она все еще помнит. Чувак этот вроде, ну, хотел жить другой жизнью, но, видите, она все-таки зациклилась на этом. На месте, так сказать. А если Оуна там нет? Он там. Надо уходить с крыши, пока нас не засекли. Я могу тебя отговорить? Нет. Мы не знаем, что там было. Надо его найти. Ну, то есть, если он правда убил Дэнни... Нахер Дэнни. Я бы его грохнула, но он меня опередил. Ты чего, Эбби? Я правда признательна тебе за помощь. Как ты доберешься до океанариума? По шоссе? Нельзя. Там много патрулей. Меня точно засекут. Пойду пешком. Это прямо к западу отсюда. О, Сонька. Буду ориентироваться по солнцу. Я пойду с тобой. Я так уже делала. В этом районе полно шрамов. Мэнни, ну не надо. Хорошо. Тебе виднее. Мэнни, ну не надо, да. Ну не надо, Мэнни. Ты чё, Мэнни? Ну не тупи ты, Мэнни. Дэнни, видите, нафиг Дэнни, нафиг Дэнни. Я бы сама его пристрелил.
Мэнни. Ой, как Дэнни. Чё за Дэнни вообще? Дэнни, походу, вообще был какой-то. Сопляк. Еще тот, что его надо было завалить. Даже самому. Давайте дверку откроем. Опа-на. Да ты подожди. Знаешь, что тут кто-то поселился? Это что? Подожди, мужик, нахрен. О. О, нет. Нашептывает слова любви на испанском. Эй! Положи. Боже мой, это твоя хата? Сколько у тебя тут таких траходромов? Okay, pardon, no inglés. Мой ненаглядный. Мой ненаглядный. Я, правда, ничего не прочитал. Не успел даже прочитать, я увидел, что мой ненаглядный написано. Что ты там делаешь? Понятно, почему чувак заинтересовался мной. Слушай, спасибо. Это? Да, и за все остальное. Ты надежный друг. Перестанем, а то я не совладаю с эмоциями. Куда мне надо идти? Траходром. Все, тут наши пути расходятся, походу. Да? Давай, подсаживай меня и сваливай нахрен. Вроде никого. Давай. Давай, пока, братева. На лицо надо наступить ему. Ну, пожелаю удачи. Найдешь его, сильно не лупи. Постараюсь. Серьезно, будь осторожна. Пока. Правда, не знаю, зачем они друг другу помогают, если там решетка такая, по которой вот тут можно перелезть. Ладно, просто иди на закат. Просто иди на закат. Да, изи. Я, правда, не знаю, тут кто-то есть вообще? Будет, не будет? Не, ну тут кто-то точно будет, в смысле, я просто не знаю, насколько много народу будет. Ну, закат, это уже тема Эли, закат. Темнота, закат. Это вот тема Эли. Теперь я уже начинаю узнавать эту игру. Знаете, все возвращается обратно. Славно. О, что это за вонь? А у меня... А, изготовить глушитель мне надо. Подождите. А, аптечку могу зафигачить. Давайте заварганим аптечку. Этой штуки у меня нету. Ого, сколько гранат. 4 штуки могу зафигачить. Давайте один этот сделаем. А, тут надо вот эту бутылку. Блин. Вам бы надо бы как-то скооперироваться с Эли. Она бы бутылки собирала, а ты бы бомбы мастерил. Было бы круто. Эли-Белли. Эли-Белли назвали бы. Конгломерат Эли-Белли. Ну, я, если честно, думаю, что тут все быстро будет, потому что тут как-то, знаете, когда за нее играешь, как-то как будто быстро происходит событие. Ну, побыстрее, чем за Эли. За Эли более там тягомоти, нахождение везде. Тут более как-то активно происходит. Закрыто. Еще бы. Пожалуй, перелезу через стену. А, вон стена. О, зомбайны. Ну, привет, братишки. О, класс. Северная Дакота. Северная Дакота. Красота. А все, пойдемте зомбайна мочить. Где он там кряхтел, там мужик этот? Проклятый. А, вот где-то тут что ли стоит. Ну чё? Полезный. Неужели сейчас нападет, а? О, чёрт! Мужик, отвали. Нет, я не успел. А чё, нельзя было серьезно пистолет достать и разворожить ему башку? Как это тупо. Да, ё-моё.
сдохни, упырь. Юперный театр. Начало хорошее. Начало хорошее, как всегда. Вот серьезно, нельзя было выйти, что ли? Да я знаю, как перезаряжать оружие. Ты что, серьезно, что ли, чувак? Я не понял. Я пол игры же проиграл. Как я могу не знать, как перезарядить оружие? Серьезно? Хотя я не могу понять, как перезарядить оружие. Ладно, хрен с ним. Вроде на ту же кнопку, мне казалось. Хотя, может быть, теперь уже нет. Ну тогда я не пойму, зачем менять систему. Систему, которая работала вроде нормально. Для меня это сложный путь. Блин, там вроде то же самое было, да? Хотя я уже забыл. Как-то это все машинально так происходит, что я уже даже не помню, на что я тогда перезаряжался. Но хрен с ним, это уже не важно, на самом деле. Ну, вроде автоматом перезаряжается. Опа-на! Значит, на рассвета. Или на закат. На закат, она сказала. На рассвет не надо идти. Надо на закат идти. Что у меня там столько пилюль? Надо что-то качнуть, слушайте. А, все, кончилось. Еще мне надо 90 где-то найти. О, заточки могу делать. Круто. Как настоящий зэк. Я буду мочить народ. Теперь заточка. Я успею до заката. Да успею, конечно. Лучше поспешить до заката. Да, я понял, до заката мы успеем. Лучше поспешить до заката, и я успею до заката. Какого черта? Направит вас вниз с обрыва. Да, направит тебя. Если уроды шастут у нас под носом. Мужик куда-то пошел. О, боже мой. Где-то еще как будто кто-то есть, да? Скрытное убийство или убийство за точкой? Не, мы бицухой, выбираем бицуху. Я выбираю бицуху. Деника ползет ко мне. Он не ползет. Давайте заточкой одного зарежем. О, хорошо. Где, блин, второй-то? Упырь. А тот куда ушел? Не, этот куда-то ушел туда. Не могу понять, их трое тут или двое. Можно попробовать пойти замочить, короче, всех, да и все. Вон куда-то дяденька. Почесал. Ты, кстати, один из наших, по-моему. Один из наших. Сейчас он, может, сам к нам придет. Нет, куда-то он. Давайте бицухой задушим его. А, это крикун или что там? На, все, заточка. Отработали хорошенечко. Все? Все, да. Ага, это все. Ништячок, видали, как я четко их всех уработал. Пока бы я или так делал бы, наверное, я бы вообще никуда не дошел. Вот сила бицух. Она тут, наверное, там она 80-ку выжимала, тут она уже, наверное, под 150 жмет. Я если такую штангу возьму, я, наверное, вместе с ней провалюсь под землю. Как в мультиках про Тома и Джерри, помните, когда он там поднимал штангу, чтобы впечатлить какую-нибудь особу.
вместе с ней проваливался под землю. Именно так же и произойдет со мной. Что-то я замечательно. Я тут вижу, что у меня куча всего, но я ничего не могу сделать. Как-то это меня обижает и расстраивает. Смотрите, я кучу могу взять всякого хлама, но тупо у меня бутылок не хватает, чтобы что-нибудь создать из этого хлама. Хлам-то есть, а вот чтобы что-то создать не получается. Я вот, правда, не знаю, зачем мне этот хлам тогда. Может, его и высыпать просто где-нибудь. Сортир какой-то загаженный. Тут бы не мешало бы прибраться. Если вдруг санпидистанция придет, она тут все закроет. Что, с бабушки? Эту хаупу. Слишком задрищено, скажет. Вас, вы видели вашу эту? Как она называется? Это туалет. Вы видели свой туалет? Мы вас закрываем. А зомби такие, ой, почему, почему? У нас же тут зомби этот, зомби-ресторан. Но мы вас закрываем. Зомби санпидистанция придет. Зомби санпидистанция. Вот вы и думали, да, у них тоже есть санпидистанция. Фу, ну я не помню, как она называется, эта штука. И налоговая есть. И клиенты постоянные есть. Может быть, кстати, я одного из постоянных клиентов и завалил. Ну тут уже сложно определить. Что-то я каким-то макаром. Куда я вообще попёрс? Ты чё такое? Это жаба, что ли, или что-то такое? Это фигня какая-то. Не, зачем я сюда зашел, я что-то не помню. Жаба какая-то. Что это такое? Красная штука какая-то. Хрен его знает. Ладно, пойдемте обратно нам. Судя по всему, нам надо идти обратно. Куда-то вот сюда. Оп. Давайте-ка возьмем что-нибудь. А, у меня нету. Ну, вроде никто не ожил. Пойдемте зайдем. Ну, если что, у меня пестик есть. Я пострелял. О, сейф! Ну-ка, девочки, сейчас мы тут откроем это говнецо. Вот, 68, 96. Я три раза неправильно вводил. 96, где-то 96 и 89. Та-дам! Кот подошел. Кот подошел. Я с третьего раза, правда, открыл. Не получилось у меня. Сразу с первого. О, какая-то рукопашка. Отлично, читать. Тактика приема ближнего боя. Крутяк. Слушайте, как мы быстро все находим, да? Вообще просто фантастика. Так, а что нам дала тактика ближнего боя? Ну-ка, дайте-ка посмотреть. Еще одна будет. Если вы убьете врага мощным ударом, то ваша следующая атака рукопашная, проведенная в течение короткого времени, также приобретет силу мощного удара. Изготовление улучшенных аптечек. Быстродействующие аптечки. Что-то такое, очень инерция какая-то. Надо что-то качать. Надо что-то качать. Не знаю, кстати, где тут. А код мы найдем. Но мы его уже. Мы уже его не будем использовать, потому что мы уже открыли. Мне понадобилось, в общем, три попытки, потому что с первых двух я не смог. Одну цифру я точно знал, а вот остальные я никак не мог подобрать. Сначала я последнюю знал, а потом я угадывал первые две. Потом я вторую знал, а первую я в итоге узнал в самом конце, когда уже все оставшиеся я подобрал. 15:30. А водку не могу взять. Ё-моё. Что такое-то? Давайте, блин, долбанную аптечку сделаем. А, я могу сделать одну бомбу, шашку. Замечательно. Давайте зафигачим. Все, вот теперь я вот все потерял.
Не-не-не, не надо ее доставать, ты чё? Пока уже запалило. Уже запалило. Эйби. Уже запалило, Эйби. Слушайте, ну какой вариант он... Ой, я сломал эту штуку. Какой вариант вы видите? Развитие дальнейшее... Дальнейшее развитие событий. Я вижу так, что они, короче, сейчас подерутся там. И в итоге это... Скажет, ты убила моего почти отца. Ты она скажет, что он убил моего отца. Не. И это. Знаете что? И, короче, они это... Подружатся. Вот. А, и потом, знаете, что будет? Еще какая история? Они, получается, она скажет, мне надо убить шрамов. Она скажет, я тебе помогу убить этих уродов. Давай, типа, вместе работать. И все. Либо они друг друга убьют, и все. Вся история. Конец. The end. Ну вот у меня пока такие варианты только. Развитие всех событий, которые могут тут произойти. Не знаю, я в чем-то, знаете, прав я, не прав. Ну, надеюсь, что я во всем прав. Ну, точнее, во всем не прав. О, домик. Та-да-да. У меня, кстати, нет вот этих досочек всяких. Боже ж мой. Главное, не лезьте ко мне. Сколько там их? Много, что? Да, у меня есть бомба. Чё меня вообще может остановить в этой жизни? Дайте-ка я залезу нахрен. На тебе. О. Ща мы вас взорвем. Лови. Все. Вот и все. Порядок. Готово. Двое есть. Остались еще сотни. А, ё-моё, что-то ты меня пугаешь. Двое есть, говорит, еще осталось сотня. Просто на изи ухандокали мы их, бомбу кинули и все. Вот это мне нравится, вот этот геймплей уже по мне. Если она еще базуку достанет, я вообще не удивлюсь. Это та самая, кстати, базука, может быть, которая... Федька где-то, помните, я вам рассказывал, Федька где-то заныкал базуку, может, она нашла, когда она его мочила, битой бейсбольной. А, нет, гольфом. Клюшка от гольфа она его убивала. Может, она нашла эту базуку, может, он ей сказал. Она, наверное, на самом деле базуку выбивала из него. Где базука, чмошник? Она даже не мстила уже за отца. Отец уже умер, все равно какая разница. А вот базуку надо было выбить. Вот она, короче, выбивала из него базуку. Базуку тут-то хрен найдешь где. Ни у кого нету базуки, видите. В чем проблема? Это что такое? Что это? Что за яйцо какое-то? Фаберже. Ну и в итоге она выбила, где базуку он заныкал. И достанет скоро в конце игры, наверное. А, вот. 68, 96, 89. А, понятно. Ну ладно. Реликвия магов. Какую-то муть там написал, мужик, типа, там, что-то. Какая-то история непонятная и. О, какая красота. О, мужик. Ты тут долго. Ты что тут? Что-то у тебя тут за письмо, ну-ка дай я почитаю. Читать. Да нет, ну надо же с другой стороны читать. Так знак, по-моему, этих каких-то чуваков. Шрам. Пророчица моя, прошу тебя, даруй старейшинам мудрость, чтобы они провели нас к победе над нечестивыми псами. Зачеркнуто. Прости, что тревожу тебя, но времени мало. Надеюсь, я успею добраться до врат мученика и передать тебе свои слова. Молю тебя, присмотри за моим сыном, пусть он будет счастлив. Пусть он выживет с тех пор, как псы нарушили мир. Погибли многие. Молю тебя, пусть мои родные доживут до награды за эту жертву. Так, перевернуть. Равновесие мира нарушено, но я сыграл свою роль в его исправлении. Ты вела меня сквозь бури. Теперь мне нужен покой. Да успокоится буря. Укажи мне путь домой. Круто. Если семья тебе дорога, может, не надо вступать в секту психов? Фантастика. Просто фантастика. Если семья говорит дорога, может, не надо вступать в секту психов? Круто. Круто она его опустила просто. Ну она такая, видите, бицухи они решают.
Когда у тебя есть бицухи, ты можешь опускать людей. Пойдемте, спустимся, нам тут сейчас драка предстоит. На тебе! О, да ты чё? На! О, ты чё, ты вообще на кого вылез тут-то? Чмырь. Бородатый. Ты вообще понимаешь, кто я? Нет, ты, конечно, не понимаешь. Ты сейчас, надеюсь, понял, кто я. Вот это она его отработала. А, черт, разбил говно какое-то. Давайте разобьем тут все к чертовой бабушке. Ненавижу ваза. Ненавижу ваза. Нате вам. Где эти щелкуны? Пусть они тут экстаз ощутят. А ты что за мужик такой страшный? Терракотовый воин, да, значит? Терракотовый воин, гляди, я разбиваю вазу. О, это котик, смотрите, котик. Знаете, как котику сейчас я зафигачу. Залимонил сейчас в котика. Бутылка. Да что там ей мешает? Ну-ка, свали, блин, отсюда ваза. На тебе, котик. Не будешь больше стоять, пыль собирать. Не, я тут все разобью. Все равно мужику насрать уже. Я ж как хренов слон. Как хренов слон сейчас все поразвалю. О, тут еще камушки есть. Мне кирпича только не хватало. Ну что я тут еще не расфигачу? Вот эти сейчас двойным броском, смотрите. Дабл. Вот это бросок. Теперь меня возьмут в НФЛ. Такой бросок там вообще, вы видали, пацанский какой. Это же надо. Никто так и даже не кинет, кроме меня. Чё ты не разбиваешься, что ли? Сильно, сильно крутая ваза, что ли? От меня ничего не спасет. На! Хорошо, я зашел тут, слушайте. Весело у вас тут. Дракончик. Ты не спасешь вазу. Ты понял? Я просто ее руками разобью. Ты просто ее не спасешь. О, ништяк. О, дробовичок. Нифига себе. Зашибись. Пригодится. Слушайте, да за ее геймплей-то поинтереснее даже. Повеселее точно. В разы просто. Просто, ну, не знаю. Как это объяснить, но мне больше нравится. Это что такое? Это большая ваза. Нет, не могу я его уничтожить. Ну, в общем, моя миссия выполнена по уничтожению вас. Я все уничтожил. Мужика отмудохал. Мощный удар. Заточка, заточка. Да где мой дробовик-то? Да ё-моё. Отвали, тетенька. Откуда вы взялись-то? Оу, ну я тебя сейчас отработаю. На, на. Оу. На всё. Говнецо. Некрасиво получилось. А некрасиво получилось, вообще некрасиво. Выходим из этой дыры, короче. Надо сваливать. Тут еще какие-нибудь уроды сейчас поналазят. Откуда они пришли, я вообще не знаю. Где они лазят? Там давайте запыхаемся. Надо забинтоваться. Не, ну она, конечно, лютая тетенька. Я ее прям зауважал, слушайте. Блин, ну как ее перезаряжать-то оружие-то тут? Что-то я не пойму. А, просто. А я же там вроде... Нет, подождите, я же там как-то по-другому перезаряжал. Короче, я уже запутался. Врата мученика. Перемирие врата кончилось. А вы все равно придете сюда. Че за врата мученика? Отсюда эту хрень. Ух ты! Какая штука крутая. А чего? Она затупила. Ой, боже мой, даже не хочу читать это. Ну вы поняли, да? Хочешь мира? Легко. Сиди на своем острове. На, на!
Кого тут убить? Кого отмудохать тут? Давайте, выходите все по одному. Подходите по одному. Видите, зомби, они сопляки, они не могут по одному выходить. Они сразу кучей на тебя нападают. Жалкие создания. Я бы по одному всех бы тут отработал. Просто бы. Взял бы и отработал. Куда я тут лезу вообще? Мне явно куда-то туда. О, гаечный ключ. Хорошо. Это уже интересно. Что за сортир какой-то? Ноги какие-то. Тут мыли, что ли? Еще какая-то окошечко. Окошечку сейчас снесу. Вот это тут писанина. Кэм, спасибо за записку. Знал бы ты, как я по тебе соскучиваюсь. Кстати, я все еще охраняю эту пророчицу. Я тебе не рассказывал, но в прошлую смену я с ней говорил. Я спросил, зачем она это делает? Почему не прикажешь своим людям сложить оружие? Сперва она стала нести обычный шрамовский бред. Типа, мы слишком зависим от машины, должны вернуться к природе. Но потом признала, что сама не хочет войны. Она сказала, что эпидемия — это как бы звонок будильника. Но он разбудил не всех. Ну или что-то вроде того. Мне было очень интересно, но тут пришел этот придурок Льюис и дал мне по шее за разговоры с Преной. А когда он стал орать на нее, она лишь улыбнулась ему в ответ. И даже когда охрана била ее и заталкивала в камеру, она спокойно улыбалась. Это было жутко. Все говорят, что она чокнутая, но вот что я расскажу, кажется, я начала понимать, о чем она говорит. Да, эти ее шрамы — конченые психи, а вот в ней самой действительно что-то есть. Гэт ее собирается перевести в более надежное место. Встретимся дома. Береги себя, Салли. Айзек. Ну-ка. Ты превратила сумасшедшую в мученицу. Айзек тупой, да. Ну, они, короче, друг друга стоят. Вы как поняли? Вы правильно поняли, что они друг друга все стоят эти. О, что это такое? Не знаю, что это такое. Броня, что ли? Не может же быть у меня броня. А, короткоствольная кобура. Понятно. Я думал, броня. Думаю, вот это нифига себе. Вот это я вообще прокачался тут. Дверочка, давай сама закрывайся. Это что такое? Ножнички. Пойдемте-ка мы заберем эту штучку. Вот эту вот штучку заберем. Она тут все равно лежит. Никому не нужна. А нам она пригодится. С такой штукой мы теперь можем управлять миром. Называется Фомка. Если у вас такая есть, вы тоже можете управлять миром. Ну, хотя бы в Last of Us. Ну ладно, на 5 ударов можете управлять миром, потом все ваше управление миром закончится. А куда мне надо спрыгнуть? Сюда, да? Не пойму, да, ну не сюда. А падай уже, господи. Пойдемте в дырку. Так,